Всем привет! С вами Шима, рада видеть вас на своем канале. Я уже дома, вернулась из больницы. Все отлично прошло. Бегала на второй день, на первый день я уже бегала. Через 2 часа после операции я встала. Кстати, было не очень больно вставлять, благодаря бандажам. Я этого боялась, но благодаря бандажу не было больно вставать. Потом ночью я уже ходила по несколько часов. На второй день я ходила по 4 часа подряд вот так по палате. Мы уже успели съездить на дачу. На даче мы с папой на 4-й день после операции я прошла 6 километров. И со мной папа приходит после работы, мы иногда ходим, гуляем в парке, то есть чтобы я расхаживалась. Чем больше вы будете ходить после любой полостной операции, тем быстрее вы восстановитесь. Ни синяков по-прежнему, ничего у меня на животе нет. В этом видео покажу, как выглядит мой живот. Я все время в корсетах, вот в таких. Снизу у меня черный компрессионное белье и сверху такой белый корсет. Этот корсет нужен мне, потому что у меня была грыжа, диастаз, и врач сказал 3 месяца минимум его не снимать. То есть я и сплю, и хожу. На сон я могу белый снимать, спать в компрессионном белье. Ходить нельзя без вот этого корсета белого. Но я и сплю тоже с ним, потому что иногда я поворачиваюсь на бок, иначе спина адски болит. А сплю все время чуть-чуть приподнятыми ногами, чтобы шов не тянулся. Компрессионное белье, сейчас покажу какое. У меня еще, у меня их 2 одинаковых. Такое белье. Оно идет, вот, собственно, модель такой у меня в черном цвете. Такие вот тут, как сказать, кружевчики с силиконовой подкладочкой на ногах и на все тело. И вот оно до самого верха. Ну и чтобы ходить в туалет после операции, там есть отверстие соответствующее, которое облегчает вообще этот момент. Пришло время снять, что у меня тут с животом. Вот так оно выглядит в компрессионном белье. Да, у меня наконец-то вернулась моя талия, которая у меня всю жизнь была. Сегодня прошло чуть меньше 2 недель, но фас уже выглядит неплохо. Сейчас покажу, что там снизу. Без белья выглядит все таким образом. Шов у меня идет, вот здесь он начинается, вот здесь он заканчивается. И вот он внизу идет. Вот он пошел. И плюс вертикальный шов. С вертикального шва половину уже сняли швов. И там просто их не видно. То есть там настолько точно состыкована кожа, что просто нету шва. Я была вообще в шоке. Я рассматривала очень долго. То есть там просто шва как такового нету. Вот прям впритык я смотрела. То есть только узелки и кое-где вот это вот темное, это корочки. Они еще не отпали. Вот здесь вот сбоку чуть-чуть начали отпадать, здесь еще нет. То есть настолько точно все состыковано, что просто их нет. А внизу тоже очень точно состыкован край. Но это уже когда мне снимут все швы, я покажу. Операция операцией, а работу никто не отменял. Вот сделали задник обложки. У нас уже открыта регистрация на сайте книги, но над книгой мы все еще работаем. По верстке все готово, и вот мы закончили обложку. Так будет выглядеть задник. Сейчас на сайте книги смотрю, где люди заказывают. Очень интересные вообще места. То есть тут просто по всему миру. При том, что это мы анонсировали только русскую версию книги. Вон даже в Южной Африке. Америка, Канада. Потом, когда будет англоязычная версия, конечно, будет вообще весь земной шар. Малайзия. Интересно, вот так вот смотришь, и приятно становится, что люди и в Японии хотят твою книжку, и в Южной Корее хотят твою книжку. Вот на этом сайте, если вы что-то пропустили, вот на этом сайте надо зарегистрироваться, если вы хотите мою книгу. Потому что вся информация по продажам, какие будут версии, когда старт предзаказа будет, будут именно тем приходить, кто зарегистрирован на этом сайте. Мало того, все, кто зарегистрируется на этом сайте, даже если вы не хотите покупать книгу, получат бесплатное пошаговое руководство по рисованию, и оно будет не одно, то есть потом оно там периодически будут приходить разные руководства бесплатные, то есть это там раскадровка, например, стадии рисования и мое описание, как это делать. А потом разные другие полезные материалы будут приходить, там, например, списки видео обучающих, которые были, если вдруг на YouTube пропустили. В общем, полезный ресурс, поэтому советую всем регистрироваться. Для эффективности метода тут как бы можно просто зайти в до-после и посмотреть работу моих учеников.
И в книге большая часть моего метода обучающего есть. То есть там можно от нуля научиться рисовать до очень хорошего такого уровня, как бы портретов. А это вот работа учеников. Надо сюда больше загрузить, мне все руки не доходят больше сюда загрузить работ. Попозже загружу еще. Так как куча вопросов у меня на канале и на моем инстаграме больше всего вопросов, сотни просто, если не тысячи девушек пишут, которые планируют операцию, спрашивают, кто, у какого врача я делала, где я делала. В предыдущем видео уже говорил, я делала в Хартман клинике, но я там делала не ради клиники. То есть я делала у определенного хирурга, у которого я хотела делать, конкретно у Натрашвили Александра Гиевича. Он врач в этой области, то есть он хирург высшей категории. Это не пластическая хирургия, просто мне не хотелось делать у пластического хирурга, у которого нету, собственно, соответствующего образования и опыта работы в общей хирургии. Поэтому я выбрала хирурга высшей категории, у которого опыт работы больше 20 лет, конкретно с работой с передней брюшной стенкой, с грыжами, с общей абдоминальной хирургией и так далее. Для меня это как бы показатель. И именно с ним я и хотела делать операцию. Мы планировали делать в Сеченово, УКБ номер 4. В Сеченово, кстати, он преподает, он доцент. Александр Гиевич завидует отделением в УКБ номер 4. И там мы и планировали делать. Но за 2 дня до моего приезда вышел указ о том, что все закрыто на коронавирус и платное отделение в том числе. Поэтому нам пришлось как-то перемещаться. Также Александр Гиевич работает в ЕМС, в Европейском медицинском центре. Там цены вообще неподъемные. В итоге, после того, как закрылась Сеченова, мы переместились в Хартман, потому что там работает второй хирург, который оперировал меня. То есть мы с самого начала планировали, что будут оперировать 2 хирурга. Один общей практики и занимается именно грыжами, и второй занимается пластикой и наведением красоты, потому что там надо было и переднюю брюшную стенку вот это вот делать, кожу перетягивать и так далее, пупок перемещать, в общем, все по полной. И вот это уже была ответственность пластического хирурга. Это технически очень сложная операция, это самая сложная операция из пластики, и по восстановлению, и по работе. Я в полном восторге, как там, что мне все сделали. Очень довольна. Довольна уходом в больнице, довольна отношением врачей. Александр Гиевич со мной круглые сутки на связи. Была ситуация, когда у меня один из дренажей выпал. Один из дренажей выпал, это ничего экстремального. Любая медсестра с этим бы справилась. Надо было просто его завязать в узелок, и все. Он прилетел в 11 ночи, просто через 20 минут он уже был в больнице, чтобы я была спокойна. Хотя я не просила приезжать. Я, наоборот, говорила, может быть, не надо, что, ерунда такая. Вот человек приехал, все проконтролировал. Каждое утро у меня начинается сообщение, как себя я чувствую. Если какие-то жалобы, сразу же можно быть на связи. И это очень-очень большое дело. И видно, что человеку не все равно. Не то, что получили деньги, сделали операцию, и не видно. Тут каждый день у меня реально спрашивают. Видно, что человек заботится о пациентах. Я его попросила дать мне мини-интервьюшку с ответами на вопросы. Будет на эту же камеру, к сожалению, без микрофона. С ответами на вопросы по вот этой части, чтобы сетку ставить сверху, снизу, ставить ли ее вообще, сроки заживления, когда можно делать лапароскопически, когда надо делать уже полную с абдоминопластикой и так далее. Вот эти все вопросы оставляйте внизу под этим видео. Если у вас есть вопросы на эту тему, тоже задам. То есть будет отдельное видео, где будут показывать восстановление диастаз. Все, ну, то есть все в одном месте, что было. То есть мой опыт, оно будет, наверное, долго. Может быть, 2 части я сниму. И вот его такое мини-интервьюшечка. Вот мои медбратья. Братья тут двойной смысл, потому что родители их зовут сыночки. И они еще и братья между собой. Это Густав, это Арчи. Мейн-куны, котята, им еще года нету. Но размером они уже собачку такую немаленькую, среднего размера. Среднего размера собаку, я имею в виду. Они просто огромные. У нас до этого у родителей был кот Мейн-кун большой, а эти еще больше. Минутка АСМР. Послушайте, как мурчит. Балдежники. Очень компанейский. Все время за мной хвостами ходит. И один, и второй. Этот больше любит второго. То есть он за ним всегда ходит. А бандит этот, он, Густав, он больше за людьми ходит. То есть Густав ходит за людьми. Вот за мной просто не отходит. Зоечка, когда приезжал, тоже за ней ходил.
А второй, вот его рыжий брат, он за ним ходит именно за котом. То есть ему люди не так интересны, а вот за братом он просто его охраняет, защищает все время. Забавные у них отношения, конечно. Такие два брата разных, акробата. Два брата медбрата. Густав чуть-чуть поменьше, вот которого я сейчас глажу, он чуть-чуть поменьше. Вчера я уже ходила, мы тут ливень. Был весь день. Мы с папой вчера прошлись километров 5-6. Это на четвертый день. 4 дня полных прошло на пятый день после операции. А мне там сказки рассказывали, что люди по 7 дней вообще ходить не могут нормально. Я ходила нормально с первого дня уже. Ну, было больно, конечно, и на второй тоже так. Густава, давай, отпускай кофту. И уже я хожу так очень по многу специально. Но заслуга в этом исключительно того, что я в первый же день резко встала и сказала, ну, через боль, через все, что надо ходить. Как, чем после любой операции, чем раньше вы ходите, тем лучше у вас обмен и жидкости, и всего, и дуралей. Смотрите, какой дуб у них огромный. И быстрее идет восстановление. У меня это уже четвертая операция, поэтому я знала это, и поэтому стала намного быстрее восстанавливаться, чем обычно при таких сложных операциях бывает. Это кто тут стоит, хулиганит? О, кто залез? Упадешь, Масюля. Да не надо нам. Не надо, Масюля. А это думаю. Все, проверяем, что можно нам, что нельзя, да? Сливу можно? Ням-ням, давай сливу. Папа с дачи сливы привез, и там половина слив вот в такой форме. Я уже делала пост в Инстаграм, смеялись. Самый популярный комментарий, что это слива сорта Микки Минаж. Никки Минаж. Я все время ее Микки, а она Никки. Зузи. Ам-ам. Это в ротик. Она тоже понимает, что они не должны быть соединены вместе. Зузи, это такая слива интересная. Все отдельные, а это эти вместе, да? Дай. Откусила шкурку от сливы. На, виноградик. На. А мам. Ями. Ями. Вот эта часть лекарств, которую сейчас принимаю, часть уже закончилась. Обезболивание, в принципе, я не особо не принимаю уже. Там с третьего или с четвертого дня меня выписали. В 3-3 суток прошел после операции. Все дренажи сняли. И уже я обезболивающий, вот какой-то нурофен, процетамол. Вот это, кстати, используют в UK против ковида, когда лечат. В больницах лежат люди. Вот это показалось себя типа неплохо. Но ни в коем случае я никому не рекомендую это применять и что это должно работать. Я вообще без понятия. Просто мне было интересно, что за лекарство, и я нашла такие исследования. Влажные салфетки, чтобы стирать этот гель. Гель Лиатон. Обрабатываю швы мироместином. Можно 50% спиртовым. Ну и всякая там ерунда. Пластыри вот эти жуть вообще. Я взяла, надо другие купить. На пупок. У меня же пупок тоже переносили, переделывали. Ужасные, потому что они настолько крепко к коже приклеиваются, что мне прям больно отрывать их от кожи. А у меня еще и шов от пупка идет большой. Вообще напишите, насколько вам интересно посмотреть, как оно все выглядит. Это, конечно, не для слабонервных. Я к такому спокойно отношусь. Ну вот, если вам интересно, будет, конечно, видео отдельное по диастазу, по операции, по всему. Интервью с врачом тоже будет, я с ним договорилась. Еще раз скажу, операцию все делала за свой счет. Врачу тоже рекламироваться не особо как бы нужно. Ну, то есть меня никто не просил, ничего ни в коем случае. Я сама спросила о возможности интервью для таких, как я, которые не знают, как делается, что делается, к кому обратиться и так далее. Поэтому видео обязательно будет, даже, может быть, серия. Сейчас собираю свой рюкзачок. Вот, кстати, за Зосей все время хожу. А Зоя сейчас у бабушки с дедушкой, у свекров. Я поеду сейчас домой, а в квартиру, потому что мне надо работать, там лучше интернет. И завтра уже у меня осмотр, перевязка. Первая будет УЗИ, и там посмотрим, что да как. Вернулась с очередной перевязки. Сняли часть швов. Взяла себе медовичка.
этих. И традиционно шаурму. Я каждый раз, когда от врача еду, каждый раз беру вот эту гигантскую шаурму. И мама на нее подсадила тоже. Очень вкусная.